Cubifire быстро, вообще не откладывая дело на потом, скрывает оборону Абазы, и здесь идет отдача. Да, должны задавить здесь Симпла. Попытка слептов ответить от Эдварда, но пока что не идет стрельба у Вани. В итоге ситуация 4 в 3. Пытается перехватить Зевс. Отлично, отлично. Отстреливают ребята вместе в джангле, но нет. Вот это подраздал. Квадрокил от Квика и Флейми последний. Ну, притормозил, можно сказать, Квик здесь своих соперников. Попытка дефуза бомбы. Но понятно, что здесь просто хотя бы какой-то минус нужно сделать. И ну, Егор... Waterfalls будет стоять до последнего. Это эйс в пистолетном раунде от Квика. И вот это... Шикарное начало для Cubifire. Даже немного фейкануть. Ну, не, вот если... Да, все, Флейми делает минус, они здесь уже просто не поведутся. Так, ну, Бумыча пытались запустить. Как видим, Егор Васильев, опять-таки же, позиционно выигрывает. И спокойно Бумыча ликвидирует. Ну, десант на Б. Надо пройти зигзаг, но это будет чертовски сложно сделать, ведь там Эдвард, и Эдвард сегодня хорош. Так, парный выпад. Вот это прикольно. Но 2 в 2. 2 в 2. Опять же, бомба застряла на Форесте. Волыни не уйти. Он ждет Waterfalls. Waterfalls спалил свое местоположение, спалил свою позицию. Играет 1 на 1 в очень смачной перестрелке с Эдвардом. Флейми забирает волыну. Бомба Б. И здесь можно прятаться. Так, забрал Эдварда, но времени не остается. И все зависит от того, как сыграет Егор Васильев. Агрессивный выпад в очередной раз. Третий минус для Флейми. Шестой раунд для команды Na'Vi. Так, ну что, выстраивают позиции под базой А. Раскидка аплента. Вот что придумали ребята из Cubifire. Вот, все внимание на Флейминатора. Да, у него позиция просто космос. Ну, яма его убивает, но он уже понимает, что играет против... Изи, вообще. Легкий фраг по Бумычу. Ну, тут молотовы опять же одну позицию дают. Пуш от Флейми. Флейми прикрыт Симплом на 100%. Вот это командная работа. И дальше Александр Костылев разбирается с оставшимися силами соперника. Это 8-1. Na'Vi выигрывают, ну, не знаю, очень и очень важный раунд. Рано или поздно начинает душить, начинает работать против вас. Прострел от электроника. В дыму находит голову волыны. Хорошее начало для команды Na'Vi. Ну и выход на старт отменили. Электроник продолжает так, вот, работать. Игорь, что ты скажешь по поводу веры в камбэк вот после такого провального начала? Старуха говорил, что 8, точнее 5-0, 10-0, это будет сложно. Здесь 5-1, ну, с вот большой вероятностью будет 10-1, но... Ну, мы видели уже, что Cubifire умеют выигрывать, опять же... Так, Флейми, второй минус в раунде, все по расписанию. Егор великолепно отрабатывает на центре карты, должен забирать ей Бумыча. Но не совсем повезло Бумычу. Квадра для Флейми. Вот это я понимаю настрой. Флейми с АВП джимку находит. Что же дальше? Это был full blind. Второй. Два по расписанию. Третьего забирает. Ну, четвертый под ним. Он слышит, но не убивает. Так, хотя Егор... это не важно, уже поздно. Здесь операция закрыта, друзья. Ой, на пленте что творится. Cubifire просто в шоке. Вот я бы хотел увидеть их лица там сейчас. Чем кормили Егора? Если волына сейчас не сыграет против электроника максимально эффективно, он играет даже вдвойне эффективно, забирает самого опасного. Как можно забрать Егора Васильева? Прокрасться в спину. Но это единственное, что пока получилось вот на таком раннем тайминге в раунде до этого Флейми. Кстати, хорошие шансы у Cubifire забрать второй. Ситуация 4 в 3, но есть два красных игрока. 9 и 13 у Квика и Джимки. Какое будет окончательное решение? Ну да, здесь вопрос к тому, как они выйдут, потому что у них были похожие ситуации. И проигрывали они их исключительно из-за неверно принятого решения в середине раунда, когда вектор атаки менялся там на какой-нибудь фейк непонятный. Здесь вроде вообще все есть. Если бомба на зигзаг встанет, ситуация будет ну, максимально идеальная для ребят. Идет установка бомбы за фейербоксом, Симпл дает это осуществить. Его увидели. Ой-ой-ой, занервничал-то как сейчас, Саша. Так, Квик слышит передвижение Зевса, и это хороший шанс забрать капитана Na'Vi и при этом не потерять убойную силу. Да, Квик находит Зевса. 2 в 4. Второй раунд для Cubifire. Здесь уже можно смело заявить. Ну вот с Mouse Sports было примерно то же самое. Примерно такое же развитие событий до какого-то момента. У Cubifire на этом ивенте уже было поражение в первой половине со счетом 13-2. За сторону атаки против команды MoSports. После этого последовал камбэк. 14-1 и заслуженное место в плей-офф. Так, как будет на этот раз? Нашелся Эдвард. Жестко попадает Waterfalls. Просчитано второй. Ну, можно забрать здесь Флейми. Дабл скоп не сработало. Приходит Бумыч на помощь. Без проблем. Без проблем для Бумыча. Да, Егор ожидал увидеть
скаута для перестрелки, но это был Бумыч. Ну, возможно, последний. Возможно, последний, да. Ну и... Так, Электроник, Феро забирает. Вот тут вопрос, конечно, Квик. Ну, отпустят или нет? Не... Отпускают? Нет, не отпускают. Электроник догоняет. 4 в 3. Меньшинство сохраняется у Кьюбифайр. Если сыграет Джимка, это будет огромным плюсом. Но Зевс, ну, на опыте. Просто на опыте здесь. Призвал Симпла. Симпл по моей. Все это время Флейми. Бумыч, минус Симпл. А вот и Флейми. Ну, свой минус должен делать. Волына. Забирает одного человека. И это 38-й фраг, если я не ошибаюсь. Да, 40 уже точно не будет. Бумыч последний. Один против двоих. 46% здоровья. Дигл в руках. И с большой вероятностью это разгром от Na'Vi на первой карте. Вот на карте вот команды Кьюбифайр. Здесь как раз таки да, все верно. На один фраг побил. Да, спасибо, что поправили, уважаемые зрители. Ну, а у нас Na'Vi уже заходит на КТ. Бумыч встречает Электроника. Есть размен. Ну, и понимают, что надо здесь от Джимки избавляться. Но, опять же, что-то вот нам этот экшен не показали. На КТ там вообще жесткая война. Здесь отрезается всевозможный поджим со спины. Волына последний, 1 в 4. Я не знаю как, но в этом пистолетном раунде команда Na'Vi. Подожди, еще не все, но... Попытка найти на банане хоть кого-то. Опять же, пока что безуспешная. Перестрелки в дыму. Эдвард действует... соло. Так, ну его тут развели. Второй дым там, что ли, лежит на коврах. Почему так долго заходит Флейми? Ну, дождались смока, решили отдать дом, не идти на эту перестрелку. Но в последний момент заркадил Волына, его подловил Флейми. И все, можно выбивать. Можно выбивать. Да, полный контроль карты показывают рожденные побеждать. Остановили аркаду Волыны. Что будет дальше? Егор Васильев продолжает агрессивно действовать на коврах. Эдвард минус Бумыч. Ну, уже преимущество в два игрока и... По идее, для Na'Vi это дело техники. Забирать такие раунды. 3 в 4. Waterfalls просто везде покромсали. Вот он пока пробегал абсолютно безопасную позицию. По нему попали со спины, попали сбоку. Короче, Na'Vi пользуется любой возможностью при виде соперника. И удается. Удается попадать. Ну что, Джимка на банане. Слышал, видимо, Электроника. Ну да, должен. Должен, да? Да, должен, но не получилось. Это минус девайс и плюс девайс для Электроника. Квик. Ну, попытка сохранить свой фамаз. Но он-то может. Сохранить он может, но вот опять нет, же. Забрать Электроника. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Атакам гамбитов. Но опять же, тот матч, конечно, хорошо, приятно вспомнить, но здесь Na'Vi играют на абсолютно другом уровне. Если у них в групповом этапе какие-то там были местами проблемы, даже с командами, казалось бы, которые не должны обыгрывать, то здесь они вообще без недооценки, максимально холодные, просто подходят к процессу. И после первой карты намерены продолжать. Так, Бумыч закрывает Флейми, закрывает Эдварда в коврах. Вдвоем играли вместе с Waterfalls'ом. Ну, хорошее укрепление, которое сработало. Но опять же, вот в одном из эпизодов, опять же, тоже на групповом этапе, когда Liquid играли с командой Na'Vi, у Liquid там тоже было похожее укрепление, но Simple его в один момент не ощутил двумя хедшотами. Так, ну здесь финальная раскидка с выходом на базу Б. Идет подсадка. Джимка, в принципе, должен справляться как минимум с одним. Но его задетектили, но обратный спрей. В итоге бомба упала в хелпу. Simple последний. Так, смена девайса от Саши. Один против четверых, 40 секунд до конца раунда. Бомбу надо подобрать, до нее еще надо добраться. В дыму находит Бумыча. Неприятности для Бумыча, тем не менее, 1 в 3. И бомбу все еще надо подбирать. Он опасается за банан, но здесь очень твердо, пользуясь временем и преимуществом, ребята из Кьюбифайр. Смотри, на, нет никого. Да, ну он может убежать, но он боится то, что есть игрок с банана, пытается сыграть по таймингу против него уже на результат, но никого не находит и понимает, что теперь-то точно его зажали в тиски. Но пройти попытается на стрельбе, но здесь все просто. Waterfalls отличный минус. И, в общем-то, Кьюбифайр включаются. Тем не менее, вернемся и продолжим смотреть этот матч. Первый пистолетный, вторая половина. Na'Vi поджимают на центре, причем вчетвером. И есть инфа про базу Б. И туда идет аркада. А тут, тут уже 4 со спины. Тут ковбой. И ковбой на приеме. Это, наверное, ну не знаю, вишенка на торте в этом раунде. Разворот от Кьюбифайр. Флейми Джимку забирает. 4 в 3. Можно драться. Посмотри, там Симпл просто. Ковбой. Просто. Ну, Флейми очередные 3 минуса.
Егор просто бесподобен. Ты точку в раунде ставит как раз-таки ковбой команды Na'Vi. П в паре с Эдвардом. Это классическая, на мой взгляд, была бы расстановочка. Какое начало для QB Fire. Там просто просели невероятным образом парни. Но тут просто сейчас будет 3 минуса на банане, почти бесплатных. Джимка там пытается как-то раскидать. Флейми. Это называется прочитанный. Но выдержит или все-таки попробует войти в рашу, загнать оставшихся в живых. Банан смог еще пока не продлевали. У Na'Vi все еще... Так, снайпер. Ну, снайпер так, на месте. По флешечку Waterfalls вообще не смущен. Ну да, несмотря на блайнд, он, в принципе, справляется с поставленной задачей. Банан погоняют, но не до конца. Так, можно дать дым сейчас в хелпу. Есть еще один дополнительный, который остался на банане. У Na'Vi, кстати, там подсадочка. Ну, все грамотно делают, да. Рожденные побеждать. Вот единственное, это агрессия Флейми. И то вроде бы была действительно грамотно продумана. Под флешку выпускали Егора на банан. Но Waterfalls оказался сильнее. Ну и тут начинаешь ненароком задумываться, куда же все-таки атаковать тебе удобней. Без прогресса на полраунда и перетяжка пода. Когда у тебя два красных, атаковать неудобно никуда. Да. И в итоге перетяжку решили сыграть пода под номер два, который занял на коврах, это Квик. Но опять же, весь раунд без информации про апленд. Так, это 25 же... секунд до конца, флешечка по таймингу. Это же минимум как нелогично. И вот это вот неправильное решение сейчас для команды QB Fire может стать самым настоящим фиаско. Нет, Waterfalls дерется до конца. Это третий минус для Waterfalls в раунде, но бомбу ему поставить не дадут. Да, Эдвард очень четко заходит с двадцатки, делает минус 13-7. Смотрим на деньги QB Fire. Нам, друзья, нет здесь какого-либо смысла обсуждать QB Fire. Они уже, они топ-8 мейджора. Вот вы скажете что-то там, но это же QB Fire, да. Ну вот они топ-8 мейджора, и все. И все. Тут вопросов к ним нет никаких. Ну что, плотная работа именно. Короче, КСДМ какой-то на последнем раунде. На 23-м на второй карте все заканчивается. 2-0. Нам включают картинку из зала. Команда Na'Vi выигрывает матч.